попасть валенком в корзину, накачать шар и лопнуть его быстрее, чем твой оппонент, и получить за это приз от торговых марок «Молочная сказка», «Лакт» и «Модест». Подарки от Барнаульского молочного комбината получили сотни гостей фестиваля «Сибирская масленица». Помимо игровых зон, барнаульское предприятие приготовило для участников народного разгуляя и свою продукцию. На автолавке масло, молоко, снежок, ряженка, кефир и много видов сыров. Масленица является важным для нас праздником. Почему? Потому что у нас есть главные ингредиенты для выпекания блинов. Это масло, это молоко, это сметанка, это творог. То есть весь ассортимент, который у нас имеется, он направлен на именно блинную неделю. Барнаульский молочный комбинат и «Молочная сказка» очень рады принимать участие в этом году на мероприятии «Масленица». Потому что после пандемии это первое мероприятие. Я думаю, что народ соскучился по этому мероприятию. Сегодня собралось очень много людей. Главный сюрприз от молочного комбината – мастер-класс по изготовлению блинов. Разные начинки для традиционного блюда от шеф-повара площадки. Все они из продукции производителя. Манящий запах привлек народ мгновенно. Итак, вкусно? Шедевр, просто шедевр. Итак, ваши ощущения? Ароматные. И такие эмоции у каждого угостившегося. Вкусно покушали, активно отдохнули. Из продукции торговых марок «Молочной сказки», «Лакт» и «Модест» счастливые отправились домой.